Ава, с вами Юлик, и сегодня, как видите, мы будем делать страшные вещи. Мы не будем смотреть реакции, а поиграем в хоррор-игры. И я думаю, мне будет не страшно. Если я подохну, этот ролик наберет очень много просмотров. Рынок криптовалют снова переживает американские горки. То падение, то рост. Некоторых игроков на рынке пугает эта нестабильность, которую называют на профессиональном языке волатильностью, но опытные игроки как раз в этот период лучше всего зарабатывают. Ведь во время колебаний можно сыграть и на понижение, и на повышение, а иногда одновременно и так, и так. Это одно из некоторых направлений компании Start.com. Если вы не хотите во всем этом разбираться, искать новые криптовалюты, куда можно инвестировать, либо беспокоиться, а вдруг курс упадет, то я рекомендую компанию Start.com. Она поможет вам зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация по ссылке в описании. Так, ладно, звук тут довольно пугающий. Я что-то слышал. Но я просто не буду поворачиваться, чтобы мне не приходилось встречаться со страшными вещами. Ох, здесь много звуков неприятных. Ох. А пистолета у меня нету. Парень, ты что там делаешь? Аппетитно? Сука! Я не хочу, нет! Господи, я передумал в это играть! Ой, еще и поворачиваться неудобно. Ну давайте попробуем с ним просто поговорить. Угу, может здесь где-нибудь есть пистолет? О, голодный сука. Ты противно жрешь. Что это? На! Ешь! Ладно, ты довольно медленный. Я просто не буду на тебя смотреть. Пистолетов тут нет. Ох ты, блядь. Я уйду. Все, я уйду. Отстань. Пистолет. Так. Блядь. Ах ты ж тупой, Юлик. Нужно принести ту игрушку сюда. Надеюсь, он снова кушает и не обратит на меня внимания. Блять, а игрушка прям рядом с ним лежит, да? Я её взял! Все, валим, отстань. Господи, мне хочется самому побежать. Почему ты так медленно ходишь, мать твою? Так, ребята, смотрите, что у меня есть. Сейчас все сделаем. Балдеж. Угу, так это и работает. Ты стреляешь, и они умирают. Ну теперь, думаю, не так страшно. А где он? Сука, сдохни! Сука! Ладно, давай подойдем к тебе поближе. Парень, ты не очень выглядишь. Давай, иди ко мне. Какие мы быстрые. Все. Знаете, это какая-то обсосная игра, давайте попробуем другую. Внимание, эта игра содержит страшные картинки, может вызвать внезапное нервное возбуждение. Люди, имеющие... Стой, там, похоже, что-то важное было написано. Алло, я не успел прочесть. А если я умру тут? Keep calm. Окей. Relax. Да, я спокойно. Все, успокойся. Ну, знаешь, как-то это... Блядь, не похоже на кабинет доктора. Мои проблемы начали выходить из-под контроля. Да, каждый день реакция, конечно. О, нет! Птица! О, нет! Рабочие инструменты! Придется работать. А, сука! Ах, ладно, это было внезапно. Внезапно не значит страшно. Я же в камеру смотрю. Хочется обнять себя. Фу. Все, я закрыл глаза внутри, ничего не вижу. Мне не страшно. Нажмите триггер. The patient's data. Edward. 41 years old. Ой, какая душная история. Не, я это слушать не хочу. Я сделал достаточно, чтобы выйти отсюда, слава богу. Что это, симулятор домушника? Отличная игрушка. Где тут сервант, там, не знаю,
Может быть, шкаф с какими-нибудь дорогими вещами. Ага, вот мы и добрались до ценных вещей. Это кубок Овечкина, надо его забрать, пока он не пришел, он с ним не расстается. Куда идти-то? Ух, ёпта, блядь. Бля, да без проблем. Все? Ты довольна? Так, ладно, я понял, это была галлюцинация, окей? Это страшно. Давайте без этого. Все, еще один инсульт. Мне закрывать глаза или нет? Еще один кабинет. И музыка поменялась. Patient Edward 41. Edward 41. Я это уже где-то слышал, нет? Убил жену, детей. Опа, ники. Это какой-то... Ничего не могу сделать. San John Hospital. Это больница. В больнице наоборот помогают. Что здесь? Чего здесь бояться? Ох, ёпта. Я не очень хочу туда идти, серьезно. И что-то... Нет, это... Это какая-то хуйня. Фух. Ладно. Юлик, тебе нужны просмотры. Здесь? Да... Ох, ёпта. Знаете, в предыдущей игре хотя бы был фонарик. Буду говорить громко. Будет не так страшно. Что это? Паровозик. Только не паровозик. Окей, то her heart is... Ключик ее сердца находится там, где вы начали свое путешествие. Я просто уйду отсюда. Пожалуйста, без скримеров. Сука! Ой. Если я подохну, этот ролик наберет очень много просмотров. Ой-ой-ой. Блять. Начал свое путешествие, по-моему, вот отсюда. О, нет, двери. Ну, где полезная информация? Так. Check eyesight room 6. Но пока все просто. Если не считать кусочков кала в моих трусах, то все очень просто. Ага, здесь кто-то был и все навалял. Смотрите, игра довольно простая в плане квестов. 629. Давайте вот этот ёбаный лифт! На эту ёбаную кнопку нажмем и поедем к этим ёбаным монстрам. 9. Ох, всякие звуки. Ебаные. А-а-а! Бля. Простите за мат, просто, блядь, очень сложно не материться, когда все такое шумное и страшное. Это просто книжка. Угу. Надо тоже зубы полечить. Занято! Я не хочу двигаться. Я буду смотреть в пол. Нет никого. Выйти тоже не могу. Ну круто, ты растворился. Что дальше? Играть-то будем? Пусть что-нибудь произойдет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, я не могу выйти. Ага. А-а-а! Дождь из крови и женский плач, точно! Это-то мы забыли! Но сейчас не страшно. Ладно, ладно, страшно! Зачем я решил играть это в это стоя? Ух ты, птица! Так... Ух, ёпта. Я играю за ворону, ребята! Или за попугая! Я наконец-то стал попугаем! Блядь, жутко быть попугаем. Ой-ой. Отлично, ебать, а чё я такой высокий-то? Опаньки.
Ну, маленький ребенок плачет, но нужно помочь-то, блядь. Темно, ему страшно, наверное. Совершенно нормальная ситуация. Мне бы тоже на его месте было страшно. Может, тоже плакал. Вы не видите, но под VR-шлемом я плачу. Знаете, слезы помогают не видеть половины и не так сильно бояться. Ну а что еще делать? Придется идти. Добрый вечер. Господи. Я просто хочу помочь маленькому мальчику. Что это? Уточка? Охуенно, уточка! Бляха-муха. Все, пацан, не плачь, я иду. Вас когда-нибудь тошнило от страха? Меня тоже нет. Меня не тошнит. Чё-то мне плохо. Чё-то в плече закололо. Фу, блядь, нет, реально колет. Ладно, давайте дальше играть. Так, может, один страх на другой наслоится, я словлю настоящий инфаркт. Фу, бля. Меня жар бросило. Заткнись, пиздюк, мне страшнее. Что здесь? Пошел нахуй, я чуть не умер сейчас. Я не знаю, о чем ты говоришь, пиздюк, я не твой баб. Да, сколько можно? Вот, телефон, отлично, позвони в полицию. Ой, все, пиздюк, отстань, пожалуйста. Ладно, хоть одна нормальная комната, она еще страшнее. Так, тут мы уже были. Ох. Я вот я на волоске. И свет в темноте. Вот вы, наверное, текст нормально видите, а у меня он размытый. Ой, не очень хорошая комната. Ну ладно. Все, знаете, все, в пизду. Лучше бы я реакции снимал. Ставьте лайк, если вам понравился формат, где я пытаюсь не умереть от инфаркта. Подписывайтесь на канал. Фу, блядь. С вами был Юлик. Всем пока.